Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые. Мы приветствуем вас на канале Яна и Кристина. Сегодня 24 декабря, и прилетела наша студентка, сдав все сессии. Теперь у нашей семьи полностью в сборе, наша Сандрочка с нами. С Рождеством, друзья мои, с Рождеством и с наступающим Новым годом! У нас очень тепло, плюс 29, и вода очень-очень теплая. Привет всем с Атлантического океана! Лежим, балдеем. Сегодня 24 число, 24 декабря, сочельник. А мы вот на пляже купаемся, загораем здесь. Очень здорово. Скоро пойдем по променаду к елке. Очень необычно так вот провести новогодние праздники, лежа на пляже. Людей очень много, абсолютно все лежаки заняты. Нас вот пятеро, еле-еле нашли. Лежаки. Людей очень много, все в воде. Температура воздуха плюс 29, ну и воды, наверное, градусов 25-26. Всех с Рождеством, с наступающим Новым годом! С берега Атлантического океана, с Канарских островов! Друзья мои, счастья вам всем с наступающим году! Смотрите, вдоль пляжа по променаду, это уже рождественские какие-то песнопения здесь ходят. Закат на Тенерифе обязательно стоит посмотреть. Это настолько романтично, так красиво. Особенно сегодня. Сегодня сочельник Рождества, 24 декабря, и сейчас 18 часов 15 минут. И смотрите, как еще светло, и солнышко только садится. Буквально еще 10 минут назад мы были в воде. Кристиночка сидит, смотрит на закат. И вот начинают зажигаться огоньки, пальмы. Вечерний Тенерифе, рождественский вечерний Тенерифе. Сегодня праздник. Рождественский променад на Тенерифе. Сочельник Рождества, поет скворец на пальме. Вот кто прилетел от нас. Да, они вот куда прилетают. Как все везде украшено, красиво, сверкает. Народ гуляет. Океан уже черный. Все нарядные какие. И мы все в шапочках. Полуострова раскатывают вот на таких штуках. Я не знаю, сколько стоит их аренда. Но вот все раскатывают, чтобы не ходить, видимо, много
Покрытия здесь везде вот такие, как будто в ванной комнате у нас или на кухне, да, как кафель крупный. Красавица, елка, украшения, фонтан, в который можно зайти. Фонтан, в который можно зайти, представляете? А там парковка. Да, а зато как здесь красиво. А нам не надо туда? Нет, нам не надо туда парковку, у нас машина не там. Все в зелени утопает, а там внизу парковка, оказывается. Ну что, гномики мои, смотрите, какая елка здесь. Красавец город, праздничный, Рождество. Рождественский и вечерний Тенерифе особо красивый. Идемте с вами на променад, хотя я уже даже не знаю, где здесь променад. Вот он с океана сейчас поднялся сюда, сквозь какой-то торговый центр, сквозь фонтан, в который, оказывается, можно зайти. И сейчас мы уходим с вами на какой-то еще променад, где все сверкает, все красиво, люди радуются жизни, праздник. Да вы знаете, у них здесь праздник каждый день. Здесь не нужно специальных украшений для Рождества или особых каких-то акцентов. Наверное, вот эти украшения все придумываем мы, северные страны, для того, чтобы нам немножечко получше жилось в этом климате, полегче он переносился. А здесь это не нужно. Здесь и без украшений, и без всяких инсталляций. Тепло, хорошо. Вечный рай, вечная весна, красота. Рождественский и новогодний Тенерифе, он вообще просто прекрасный. Вы знаете, здесь еще такая особенность, что вечером люди, особенно дамы, одевают не ту одежду, которую они обычно ходят на пляж. То есть вечером на променаде вы можете увидеть элегантных дам в вечерних платьях, на каблуках. А поскольку здесь такое потрясающее покрытие пола везде, как кафельное, да, то часто видны вечерние платья, такие длинные, со шлейфами, они прямо струятся. Поэтому покрытие очень красиво. Немножечко какую-нибудь праздничную блузочку, даже на обычные джинсы или на обычные брюки, шорты даже. И уже у вас и настроение другое, и, в общем, вы вписываетесь в эту картину вечернего Тенерифе и особенности рождественского. Ведь сегодня Рождество, сегодня сочельник, сегодня 24 декабря. Днем было до плюс 30 и выше, на солнце еще выше. Вода была очень теплая. Ну и сейчас, я не знаю, градусов, наверное, 25-то точно есть. Потрясающее оформление, улыбчивые люди, тепло. Сверкает.
инсталляции, елочки. Наша Сандрочка гномик. Дед Мороз и кактусы до неба. И вон там какая елка стоит. Внутри. И внутри здания елка. На Тенерифе, ну, очень любят собачек. Дедушка Мороз вон спускается. Несет подарки. У них даже те местечка, на которых посидеть, и те с подсветками, глядите. Ой, Дедушка Мороз! Merry Christmas! Ho-ho-ho! Amigo! Me acuerdo de ti del año pasado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ho-ho-ho! ¡Nos vemos esta noche! ¡Ho-ho-ho! ¡Hala, hijo! Вот и у нас Рождество. Небольшой такой стол соорудили. В общем, нажарили много креветок. Рыба лубина у нас в филе.
И у нас еще миди. Так, и что у нас здесь под белое вино? Как говорят в Испании, Feliz Navidad.